Очень симпатично. Вот так вот, если кому-то в подарок, в коллекцию, даже пускай не настоящий, но для коллекции, я думаю, довольно-таки оригинальный подарок будет. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем привет! Сегодня с вами опять Владимир, и сегодня у нас опять две посылки. Давайте же посмотрим, что у нас пришло. Одна из посылочек, я знаю, что пришло. А вторая посылка, опять же, из закромов Родины. Опять после разборки достал. Там еще несколько лежат, но это на следующие видео. В общем, давайте начнем вот с этой посылки. Посылка шла 23 дня. 23 дня. Трек номер не отслеживался. То есть позвонили с почты, и я сходил, забрал посылочку. Запаковано вроде все хорошо, и здесь должны быть носки. Здесь должны быть носки. Давайте посмотрим, насколько это верно. Носки ли здесь. Достаем три пары. Три пары носочков. Все, пакет пустой. Да, слушайте, это носки. Давайте посмотрим. Кстати, по этим носкам я их потерял. Я думал, что они у меня потерялись. Почему-то не видно заказа. Открываем и смотрим, что же за рисунок, что на них написано. Все трое носок с этикетками. Все три пары носок с этикетками. Давайте посмотрим, что написано на этикеточке. То есть вот такие носочки. Принт хороший. Правда, не знаю, как они себя поведут после стирки. Но пока выглядит симпатично. Написано на английском. 80% хлопка, 17% нейлона и 3% спандекс. Спандекс, что за материал, я, к сожалению, не знаю. Вот такие симпатичные, симпатяшные носочки. Классненько выглядят. Особенно мне понравились вот эти. Это вообще суперские просто носки. Суперские носки. Три пары пришли. Кто захочет купить такие вот симпатичные носочки, ссылки будут под описанием этого видео. И ссылки будут ВКонтакте с фотографиями и со всем остальным. Переходите ВКонтакт, смотрите, выбирайте, переходите, покупайте. Значит, а мы двигаемся дальше. Значит, это были носки. А сейчас у нас пойдет вот эта посылка. Я не знаю, что это такое. Это заказывалось давно. Может быть, найду дату. Оценено в $5. Оценено в $5. По дате дату нигде не вижу. Найти бы дату посмотреть, когда это все заказывалось. Но давно лежит, по-моему, с лета это все лежит. Нету ни одной даты, не вижу. Нет, даты нету. Ну и ладно, давайте открывать. И давайте смотреть, что же нам прислали. Пакетик. В нем еще один пакетик. Здесь все. По-моему, это монетка, если я не ошибаюсь. Здесь открыто. Давайте посмотрим. О, точно, это монетка. Это монетка Майя, по-моему. По-моему, да, монетки Майя. Заказывал я такой вот монеточку. Точно, это она. Посмотрите, как она интересно сделана. Очень интересно сделано. Сделано под золото. Написано Мехико. Календарь Майя. Очень симпатично. Вот так вот, если кому-то в подарок, в коллекцию, даже пускай не настоящий, но для коллекции, я думаю, довольно-таки оригинальный подарок будет. Гурт выполнен на монетке. Попробуйте ее открыть. Откроется? Не откроется. Да, открылась. Тяжелая довольно-таки. Вот такая вот монеточка. Так она выглядит еще интереснее. Правда, блестит, очень похоже на золото. Вот так вот пойдет в мою коллекцию китайских монет. Заказал я еще, кстати, монетки. А то что-то давно-давно мы с вами уже не распаковывали монеты. Вот и ссылочка на нее тоже будет в описании. В общем, были сегодня две вот такие посылки яркие с такими вот носочками.
и с монеточкой календаря Майя. Ну а на сегодня все. Всем пока, друзья. Смотрите, оставайтесь с нашим каналом. С вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». Всем удачной подготовки к Новому году. Скоро Новый год, скоро будем праздновать. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Увидимся с вами.